Всем привет! Наконец-то я сюда попал. Я в Индии. Это первый эпизод из Индии. Чё свистишь? Итак, столько всего хочется уже сказать. У меня столько первых впечатлений и мыслей, что на полноценное видео хватит. Но попробую покороче это все. И громко тут везде, в Индии всегда громко, очень сложно, блин, записывать, чтобы звук был нормальный. Да, первое, что я хочу сказать, это то, что я в Golden Temple, в святыне сикхов. Это как Мекка у мусульман, Golden Temple, то же самое святое место у сикхов. Я не могу поверить, я так часто его видел на картинках, столько о нем слышал, и вот я здесь. Да, ладно, теперь попытаюсь все-таки в двух словах рассказать мой первый опыт в Индии. Я так стремился в Индию, так хотел и думал, что тут все будет хорошо и отлично, пройдет гладко. Но нет, Индия меня сразу же так встретила, как бы это сказать, холодным душем. Но вообще, вот даже перелет из Сингапура в Индию, перед ним нужно специально какой-то инструктаж проводить, наверное, психологический. Хотя я отдавал себе отчет, понимал, что я лечу из Сингапура в Индию. Из Сингапура в Индию, но... Все-таки я этого не осознавал. Когда ты утром плаваешь в самом знаменитом бассейне в мире, и когда ты в супер чистом и супер развитом Сингапуре, а вечером ты трясешься по грязным, пыльным, темным улочкам в тук-туке, в котором кроме тебя еще 10 человек, то тут просто осознаешь. И сразу я прилетаю в аэропорт, в аэропорту нет Wi-Fi. Я не могу отписаться о хосту. Ничего не понятно, на английском никто не понимает. Я думал, Индия англоязычная страна. Нифига, виза тоже, мне дали визу на 2 месяца. Я думал, что это как бы, ну, можно месяц побыть, потом на месяц выехать куда-нибудь в Непал, например, еще на месяц вернуться. Нет, ты можешь выехать в Непал, но виза твоя будет все так же идти. Так что у меня с 30 сентября по 28 ноября, то есть 60 дней. Индию я немного не так представлял. Ну, конечно, это Панджаб, да, тут больше мне напоминает Афганистан. Хотя, когда я приехал в Афганистан, у меня... Он напоминал немного Индию. А тут мне Индию вообще, ну я ее по-другому рисовал. Ну может потому что, да, Панджаб, тут до Пакистана 30 километров всего-навсего. Отсюда, из Амритсара. Я думал, что мне сразу ударит этот знаменитый запах мочи в перемешку со специями. Но нет, тут ничего такого не было. Первое, что я заметил, это сухой воздух. То есть я привык уже в влажном климате жить. Я уже не знаю, сколько я там провел, не выезжая. А тут... Тут жарко, и ты потеешь, просто потеешь. А там во влажном климате, там жарко, из тебя льются просто литры пота. Кое-как нашел Wi-Fi, сконтактировал с хостом, а он говорит, причем я ему изначально написал, что вот во сколько я прилетаю. И он говорит, ты уже не доедешь, автобусы уже не ходят. Так, блин, почему ты, чувак, раньше не сказал? Я же тебе написал, во сколько я прилетаю, ты говоришь, да, круто, супер. И оказывается, что я не могу к нему доехать в это время, в 6:30 вечера. То есть, ну не проблема там остановиться в хостеле, я так и сделал. Но, блин, почему ты мне сразу не сказал, чтобы я поискал какой-то хостел? Ну вот это вот знаменитое индийское раздолбайство уже начинается. Я знаю, что мне нужно подождать и привыкнуть к этому, потому что я чувствую себя некомфортно. Как я говорил, в Малайзии очень комфортно, а тут пока единственное место, где я себя нормально ощущаю, это, как ни странно, здесь. В темпле. В хостеле вырубили свет, поэтому и там с утра не было интернета, и ничего не было, света вообще не было. Но вчера это по-любому был один из самых запоминающихся дней в моей жизни. Я начинал так, как я говорю, да, в мажорном Сингапуре, потом Индия, был 6-часовой перелет, и хостел находится буквально в 5 минутах ходьбы отсюда, от Golden Temple. И я просто пришел вечером сюда поужинать, думал пойти на свежую голову, но все-таки пришел сюда, и было такое ощущение, что это больше сон. Я не знаю, бывает ли джетлаг после 6-часового перелета и 2,5 часа разница во времени, но было немного такое ощущение, что это больше было похоже на сон, чем на реальность. И тут тысячи людей, вчера было воскресенье, просто я не знаю, сколько тысяч людей тут было, и одновременно они вот кормят, и потом ты сдаешь эти талии, да, вот эти вот разносы железные. И этот просто стук
сотен, наверное, одновременно, когда вот они там складывают туда, это просто не передать. Это какой-то невероятный звук, реально сотни одновременно. Звон металла вот этот вот, что-то завораживающее. 24 часа в сутки работает этот храм, 24 часа паломники приходят, люди приходят поесть. Также кормят они нон-стопом, круглосуточно. Сначала нужно сдать обувь сюда. Потом вот так вот проходишь через воду и моешь ноги. Ну, а здесь можно сдать сумку, судя по всему. Не знаю даже, что тут происходит. Какие-то листья у людей. Смотрите, выдают номерки, и тут цифры разные. Тут вот привычные нам цифры, да, 1.8, 1.9. Это багаж, то есть рюкзак. А вот тут вот цифры уже индийские, да, вот это вот их цифры. Мне еще их предстоит выучить, я еще пока не знаю. Это для обуви, чтобы не перепутать. Да, насчет языка. Панджаби – это язык персидской группы. Поэтому кое-что я помню, и он похож с персидским языком, то есть номера вспомнить, ну, они не сильно отличаются, то есть я повторил, и номера уже знаю персидские, ну, хотя бы там начальные, панджабские, точнее, персидские я знал, панджабские теперь тоже знаю. В остальном пока я не нашел совпадений, поэтому на панджабе я еще не говорю вообще. Храм очень чистый, постоянно его моют, ну, и люди ходят тут босиком. Очень много мест, где можно помыть ноги, помыть руки, воды, где можно выпить. Вот, например, раздают воду. Вот, питьевая вода. Подходи, пей, бери. Тут руки моют. Вот там вот ноги моют. Сейчас пойдем с вами, поедим. Выходишь и снова ноешь ноги. Моешь ноги, проходишь через воду. И вот дальше уже можно кушать. Так вот людей веревкой разделяют партиями. То есть та партия пошла есть. Мы будем следующей партией. Наша очередь пришла. Кофе тут хоть и растворимый, но явно дешевле даже, чем во Вьетнаме. Капучино 15 рупий. Какой-то непонятный напиток из бутылок, из вот таких вот. Насыпают перца с солью, и вот типа газировка простая. Стоит пятерочку всего. Чуваки заняли лучшие места на крыше, я тоже так хочу покататься когда-нибудь. Итак, Индия такая Индия. Хост мой где-то проморозился окончательно, так и не вышел на связь. Я уже почти здесь сутки, поэтому я немного привыкаю. Я пришел в хостел, и это... заселился в хостел. Это, наверное, один из самых необычных хостелов, в которых я был. Это типа отель, и тут как... Да, бывает такое, я уже было пару случаев. Они решили, ну а почему бы нам не сделать и хостел, типа дорм. И вот в подвале они сделали такой дорм. Но тут просто супер. Вот две кровати, они отделяются шторками. И там еще такая же комнатка. Тоже две кровати и тоже шторками. Очень круто, но смотрите, супер шкафчики. Просто замечательно. Но тут остальные кровати, они тупо в коридоре стоят. И вот такая вот она тянется, этот весь подвал. Да, я немного уже привыкаю, потому что это как Китай, к нему нужно привыкнуть. Сначала эти китайцы, чё, а потом, как бы, ну все, ты принимаешь его таким, как он есть. И тут вот тоже, на всякие странные вопросы, иногда они, ну просто очень реально странные вопросы задают. Вот в хостеле в предыдущем, в этом, на ресепшене, здесь прихожу, я говорю, а где твой ваучер? Какой ваучер? О чем ты? А где билет? Что? И, ну, то есть, нужно уже отвечать, я уже привыкаю отвечать, не типа, чё? А типа, пытаться разузнать. Ну, оказывается, она мне просто
бронь, номер моей брони хотела узнать. Ну вот еще один прикол. Ответил все-таки этот мой хост. И вчера мне говорил, что нужно ехать на автобусе к нему, это полчаса. Я ж утром сегодня написал, ну как тебе добраться, расскажи, я ж поеду. И он отвечает сегодня, да легко, очень просто. Просто садишься на автобус с терминала и едешь. Какой автобус? Ну блин, ну Индия, почему ты такая Индия? Ну, я пока еще не разобрался, что тут и где есть, поэтому я вот заказал такой панджаби тали. То есть тали — это вот эта вот железная фигня, то есть сет, набор. Дорого, 120 рупий, но буду разбираться, где тут есть и как. Доброе утро, мы сегодня пробуем традиционное панджабское, наверное, блюдо, кульча, это типа такой хлеб. This is Philip from Germany. What does? Yeah, so мы пробуем. Нам принесли чуть-чуть лука и еще чуть-чуть лука. Вот. Ну, будем пробовать. Yeah. Ah, more onion. Okay, yeah, we need more onion. And what this? Looks this like fruit. This is really special. You have to try it, but I don't like it so much. Okay, it's pickled something, right? It's really sour. Итак, тут значит лепешка внутри какой-то горох и ну не знаю, но вкусно, очень все вкусно. А вот это вот ласси, это тоже напиток традиционный. Это стоит 45. И это стоит 45. Если вы помните, я в Малайзии пробовал ласси, но там это было мороженое. А тут это напиток. Но, судя по всему, похоже, там просто оно заморожено. В общем, этот ласси — это примерно как наш кефир с сахаром и немного попадается творога там. Ну, вкусно. В конце нам принесли что-то такое непонятное. Мы не знаем, что это есть, не есть. Вроде бы сладкое. Вообще там в Golden Temple было общежитие для паломников, для туристов бесплатное, но я прочитал, что там завелись эти bed bugs, постельные вот эти вот клопы, и я побоялся. Я подумал, что они проникнут во все мои вещи, и потом сложно будет от них избавиться. Итак, я отвык от того, что окружающие видят в меня белого туриста. Я отвык быть туристом, поэтому я переоделся в свои афганские шмотки. Тут некоторые тоже примерно так ходят. Может, они пакистанцы, не знаю, может, местные, но, блин, он очень помятый, и я забыл уже, насколько он был маленький на меня. Но тем не менее, может быть, так я буду себя чувствовать более тут комфортно, более местным. Извините, но у меня снова туалеты, но это реально смешно. Смотрите, тут в туалете есть дырочка. Можно смотреть. То есть люди подходят с той стороны и такие заглядывают. А, какаешь, да? Ну хорошо, какай. Папайевый фреш стоит всего пятерочку. Тут, в принципе, все напитки стоят по пятерке. И вот папайевый фреш тоже, всего 5 рупий. Через трое суток мой хост наконец-то скинул свою локацию. И вот я теперь сижу в автобусе и буду к нему ехать. Водитель пригласил меня вот прям сюда в кабину. Тут вентилятор есть. Golden Temple. Итак, притарахтел я на автобусе. Часа два, наверное, мы ехали эти 20 километров. Мы полчаса только из вокзала выезжали, по полметра в минуту. Первое, что хочется сказать, в этих шмотках я привлекаю меньше взглядов на себя. Второе, что хочется сказать, это Индия шумная, блин. И сигналишь ты зачем, непонятно. А третье, это хотелось бы вам еще рассказать историю про каучсерфинг. И у меня такое впечатление, что последнее время я вас просто, последние выпуски, пытаюсь отговорить пользоваться каучсерфингом. Одна история лучше другой. Но хотелось бы сказать, такого еще не было, но что-то подобное было в Турции уже. Хотя вот прям настолько жесткого еще не было. Короче, да, как вы помните, этот чувак мне очень долго скидывал локацию. Наконец-то скидывал. Я приехал в его гребаный город, пришел на эту локацию, а там магазин какой-то.
Ну, окей, я начал думать, что может там как бы он там работает, не работает, может там его семья или что-то такое. Начал показывать фотку его с WhatsApp, никто не знает. Ладно, чувак мне раздал Wi-Fi. Я написал ему, говорит, нет, это магазин возле моего дома просто. Ну, блин, почему ты не свою локацию никак не скинешь? Хорошо. А он, ну, говорю, ну что, заберешь меня? Нет, иди сам. Иди прямо. Потом, прямо это куда? Подожди, тут куда угодно можно купить прямо. В общем, прямо налево там проходишь, там будет открытая дверь, и это моя. Я прошел прямо налево все двери. Право на прямо направо. Назад, направо, налево, везде, все, обошел, нифига. Я снова возвращаюсь в тот магазин, опять пытаюсь ему дозвониться там. И тут он, короче, удаляет фотку у себя в WhatsApp, и удаляет фотку на кауче, удаляет страницу на кауче и отменяет мой запрос. Нет, ну таких мудаков я еще не встречал. Причем он же сам меня пригласил, ладно бы я напросился, но нет. Пригласил, говорит, приезжай. Я сам из Лондона, ну, точнее, в Лондоне живу. У него в английском столько ошибок, что так себе он адаптировался там, судя по всему. Вот, и говорит, да, я тут на выходные, в отпуск, в общем, приезжай, гостем будешь, все дела. Приехал, блин. Теперь придется возвращаться в Амритсар. Вот я уже на автовокзале. Я помню, я вам обещал рассказать про сикхов, про сикхизм, про их религию. И я думал, что когда я приеду в Панджаб, я познакомлюсь, несомненно, познакомлюсь со всякими сикхами местными, подружусь, и они мне расскажут еще что-нибудь более интересное, про помимо того, что я знаю. Но нет, не получилось у меня сдружиться ни с кем, как вы видите, вообще как-то не очень получилось. И, честно говоря, в храмах за границей и в других храмах с сикхами проще общаться, да, как у меня сложился такой стереотип сикхов, потому что сикхи всегда англоязычные, которых я встречал за границей, и храмы у них всегда чистые. Я думал, что Панджаб, это, конечно, Индия, но все-таки что-то вот так вот чистое и англоязычное. Так вот, сикхи. У них идея, самая главная, наверное, идея, это равенство. Равенство всех. У них даже женщины имеют равные права с мужчинами. Причем это было и сотни лет назад, когда это вообще было дичь. У них никогда не было никаких каст. То есть, ну, для Индии вот это вот немного даже необычно. И вот когда они едят, когда всех кормят, все сидят на полу, как бы на одном уровне. Хотя мы видели, что в Малайзии, в Сингапуре они все-таки кормят за столами. Ну, наверное, из-за того, что жесткие санитарные нормы в этих странах не позволяют им есть на полу. То есть бедные, богатые едят одно и то же, и они на одном уровне как бы находятся. Также они носят кору. Вот на руке, видите, у меня кора, это сикхская штука. Она всегда из железа. То есть нет такого, что богатые носят золото, бедные железо, еще что-нибудь, все носят железо. Хотя сейчас уже пошла мода, я вижу, вокруг золотого храма тоже продавались позолоченные всякие кары. Ну, конечно, религия потерпела изменений, как и любая религия в ходе своей истории. Вообще нравится мне религия эта, серьезно. Вот, идеи, имя Бога никто не знает. Ну, ты ж не можешь спросить, эй, чувак, как тебя зовут? И никто не знает, как он выглядит. Он ни женщина, ни мужчина. То есть, ну, довольно-таки логично, да? Есть гуру, это как бы пророки. И самый первый гуру Нанак, это основатель как раз сикхизма, он говорил, что давайте только вот, да, религия, только не надо вот этих вот всех поклонений там. Кстати, это вызывает у меня, наверное, самые большие вопросы ко всем религиям. Типа, вот он, Бог такой добрый, милостивый и хороший. Но если ты не будешь говорить о том, какой он хороший и замечательный и добрый, там, 2 раза в день, 5 раз в день, или сколько там, в каждой религии, то ты будешь гореть в аду, этот добрый бог сожжет тебя в аду. Вот, это, мне кажется, нелогично. Ну, и изначально тоже Нанак говорил, вот, давайте без этих поклонений, но как бы религия развивалась и тоже обросла традициями и всем вот этим вот. Настоящий сикх должен иметь 5 вещей, и все они начинаются на «ка». Ну, на Панджабе. Это волосы, не бритые, не стриженные, и борода также. Ну, конечно, конечно, они сейчас и стригутся, и бреются. Но, как мы видим, да, обычно у сикха, вот таких, у самых правильных, реально большие бороды. Волосы они вот прячут в тюрбан. Да, это первая ка, волосы. К волосы. Вторая ка, это кора.
третья К это кинжал, потом четвертая это хлопчатые трусы, подштанники, и пятая это гребешок, деревянный гребешок для волос, для бороды, и правоверный сикх должен два раза в день расчесывать свою растительность всю и укладывать там в тюрбан. Тюрбана в этом списке, кстати, нет, как ни странно. Ну, наверное, потому что он не на К. И кинжал это не зря, сикхи всегда были такими серьезными воинами. По-моему, даже сейчас министр обороны Канады сикх, в индийской армии всегда там сикхи на ведущих должностях. Существует, не знаю, сейчас существует или нет, движение Халистан, движение за независимый регион Халистан, независимое государство для сикхов. Когда-то вот было восстание, и индийское правительство и премьер-министр Индира Ганди подавило его жестоко. Они отступили, повстанцы, сепаратисты отступили в Золотой храм, в Golden Temple. Там оборонялись, но, в общем, штурмом взяли, всех там убили. И после этого ее собственные телохранители, которые были сикхи, ее за это убили. И так удалось мне купить сим-карту, хотя я спрашивал и в хостеле, мне говорили, что это либо на черном рынке, либо нужен местный с паспортом. На иностранный паспорт купить нельзя. То есть на твой, и ты вписываешь еще индийца, который за тебя, типа, вписывается, в случае чего. Но сегодня пришел в офис, и все нормально, мне оформили. 1300 рупий я заплатил за 2 месяца, за 3 месяца. Можно либо было на месяц купить, либо на 3. Но там получается, что дешевле. Так как у меня 2 месяца, и покупать месяц и месяц дороже. Дешевле было на 3 месяца купить и 1,5 гигабайта в день интернета бесплатного. Ну, то есть, вполне нормально. И уже теперь намного удобнее себя чувствую. Вот чувак просто проезжал и остановился возле меня посмотреть, как я снимаю видео. Вот он стоит и смотрит. На этом все. В следующем выпуске я буду путешествовать уже на поездах. Испытаю индийский поезд и уеду из Амритсара. И, кстати, я завел аккаунт на Патреоне. Поэтому, если вы хотите поддержать мой проект финансово, ссылочка там в описании. И, в общем, все. Там я все уже вам детально расскажу. Все, подписывайтесь, ставьте лайки. Нет, стоп, сейчас, у меня тут списочек есть. О! Итак, если вам видео понравилось, ставьте лайк. Если вам видео не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите комментарий. Пишите, задавайте мне задания, что бы вы хотели, чтобы я сделал в Индии. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании. И если хотите поддержать проект, ссылка в патреоне. Ссылка на патреон внизу. Все, на этом все. Увидимся через неделю, пока.